Что случилось? А очки сколько плюс к скорости дают? Километра 3. Заборник. Иди нахуй, что ты на меня достал? Деревянные палки вот эти, они, ну, уверенности никакой не дают абсолютно. Еще и уже подкошены. Вот. Это самая уверенная площадка, брат. Ебать, так она ни на чем не держится, нахуй. Нахуя этот круг вообще, блядь? Делаешь сальто? Ой, блядь, ты чё? Он первый едет. Он самый большой, ты сразу протестируй. Что ну, нахуй, да ну вообще нахуй. Кайф, идеально. Ой, лучше не могло быть вообще. Это то, чего вообще не хотелось. Может быть, не первый сейчас, может, кому-то единица выпадет. Может. Что там? Единица? Это тот самый тест, когда вот тестили на 50 килограммах стул, а потом 150, понял, щелчел и просто стул сломался сразу. Включи, включи! Он катится назад, включи! Я толкаю. Включи! Да езжай, блядь! Давай, давай! Иди! Быстрей! Иди! Иди! Ну! Вот в этом шанс победы увеличивается. Давай, Толя! Батарейки вылетают, на ходу вылетают. Буксует, сука. Понимаю. Блять, батарейки. Это должно работать, чтобы работало. О. Не вкуляется. Вот эту. Вот. Поехали. Все, пока. Ехай. Пока. Слышь, а кто на каноэ будет? Или как вы себе представляете? Каноэ бросили просто так или? Да, да, это для вида. Антураж. Блять. Дай сигаретку. Да. Нормально! Я думал, что я в пол жму, а я не в пол жал. Я поэтому там так медленно ехал. Со второго раза разъебешь. Ну, да. Что, падать вроде не больно было. Ну как, хуй знает. Обидно будет, что проломлю нахуй дело. Просто но забавно будет. Укротители ебаных кубов. Сука! Выключился! Иди ты нахуй! Идите, не пьюся! Давайте узнаем, какой результат у Данона. 1.52. Судья что ли, да? Он что-то бормочит сейчас. А что это за тактика-то? Это он как придумал? Ебать, он вообще без ошибок. Лёня! Нет! Ну не может быть! Папочка забыла! Забейте, мужики! Ой, как... Блядь, боже, как работает! Тоже все работает! Господи!
здесь, а ты нас его. Мы. Такой перерывчик. Рекламная пауза вот такая просто. У кого маркер, блядь? Дамы и господа, маркер был все это время у Данона, и он молчал. А из кармана выпал, мальчик. Тихо. Видите эту хуйню? Я победил, а ты? Это динамичная съемка от Brawl Stars. Пойдем до Нона до смерти дощекотим. Надо нанять людей, которые его будут щекотать каждый день. Сколько он, интересно, дней с щекотки сможет провести? Ну. Следующий ролик. Всегда над тобой издевается. А теперь на Данона. Пришло время платить ему. Конечно. Его привяжем реально просто вот так вот, типа, как звезду. И наймем красивую, обворожительную женщину, которая его перышком вот так щекотать будет. Вот это он нахуй едет. Есть? В белых трусах, на которые воды вот так вылил. Посмотрим, что он скажет тогда. Потом. Ну ты понял. Ну когда тогда? Ну, когда его... Wake up, filthy.